На моем канале вы можете увидеть разные интересные влоги, поездку в Крым на машине, тюнинг скутера, покатушку на скутере или же на велосипеде и очень интересные видео. А также я иногда снимаю пранки. Так что заходите на мой канал. Всем спасибо. Обязательно подписывайтесь на YouTube канал Данил Никулин. Парень делает очень интересные вещи, безумно харизматичный и креативный парень. Всем мир! Ребятушки, ну что, у нас наступает сегодня Новый год. Сейчас пойдем по красоту покажу, как в Геленджике тут все красиво. Вот такие. Все красочно. Красота. Елка. Все готовится. Как бы сохрана здесь все спокойно, ребятушки. Ну кто мечтает о таком Новом годе? И шашлычки. Егорочка! Сцена. Здесь мы будем сейчас. Сейчас пойдем, ребят, найдем что-нибудь такое. Посидим. Выпьем пивка. Все горит так вообще. Господи, вроде бы совсем недавно встречали 2000 год, точнее так уже будем говорить, да? А тут уже 10 лет пролетело. Ну что, сегодня мы одной большой дружной семьей, жителей и гостей города-курорта Геленджик, подведем итоги уходящего года. Конечно же, будут песни, танцы, конкурсы, игры, будет Дед Мороз и Снегурочка, куда от них денешься? Будет поздравление от главы губернатора, конечно же, от президента нашей страны. Будет все, будет праздничный фейерверк и, конечно же, специальный гость и дискотека. Дискотека до бесконечности. Не уйдем, пока не уйдет последний человек с этой площади. Друзья мои, мы продолжаем с вами готовиться к встрече Нового года. Занимайте хорошие места. Как возле сцены, так и там за столиками. Вижу, что практически их там нету, а жаль, хотелось бы посидеть. Жители прекрасного города-курорта Геленджик! Ну что ж, мы услышали с вами поздравления от губернатора. Услышали с вами поздравления от главы муниципального образования. Но традиционно в нашей стране мы получаем поздравления от главы нашего государства. Кстати, в этом году этим поздравлением исполняется 50 лет. Дорогие друзья, традиционное поздравление президента Российской Федерации в городе-курорте Геленджик!
уважаемые граждане России, дорогие друзья, совсем скоро наступит 2020 год. Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия 21 века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время. Но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась. Чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему. Сейчас мы с волнением ждем боя курантов. Верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется. А наши личные планы, мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее. Будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство – это основа достижения любых самых высоких целей. Года. Успейте загадать желания, успейте попросить прощения, сказать добрые слова своим родным, близким, любимым. Итак, последняя минута. Раз. Два.
Что сегодня в этот вечер мы вместе с вами. Всем доброго утра, с Новым годом всех. Первое число. Ребят, у нас дождик был такой хорошенький. Пойдем сейчас погуляем, кафешку поищем. Ребят, сейчас я не знаю, может еще поищем, может еще и шашлычки буду жарить. Не знаю еще, ребят. Тут как-то все так по-другому, как я предполагал. Но первым делом идем, ребят, кафе искать. Вечером концерт. На концерт пойдем. Вроде как бы тепло. Ну, пишет поэтому 8 градусов, ребят. Дождик вот такой был. Видите? Ну, как бы так, ребята, взял себе Дон, 65 рублей. Так что праздник начинается, ребят. А, шикарно, ребят, шикарно, скажу вам. Ребятушки, разборки среди местных маргиналов, алкоголиков. Ребятушки, видите, какая красота, горы, Геленджик, если вам видно. Красотень. Зашли в столовую, чтобы покушать. Столовую хорошую. Ребята, покушать взял. Ну, выпить тут нету. Пошел до красно-белого. Вроде, ну, как бы, в столовую не против. Я говорю, а есть что-нибудь погребче, можем взять? А, пожалуйста, сходите из красно-белого, возьмите. И все эти кушайте, пейте. Так что вот так вот. Новогодняя, ребят. Как оно? Ха. Вот так вот, ребята. Ну что, взял водочку. Вот такую мы себе немножко взяли покушать. Все обошлось на 520 рублей, ну, сводка это отдельно, просто белая. Так что, ребят, всех
Приятного аппетита. Не путайтесь. Дальше будет интересно. Ребята, вышли набережную. Смотрите, черные утки. С какого-то, блядь, черного юга прилетели. Кайфуют. Ребят, на халяву на море летают. Купаются, а мы тут за деньги. Ребят, как красота. Ребят, мы в бухте, получается. Бухта, вон там открытое море. А это бухта. Ребят, вот такая красота. Раз в жизни можно позволить себе такое съездить, так вот отдохнуть. Необычный Новый год. Я думаю, блин, в общем, мне понравилось. Минушке понравилось. Чайки плавают, уточки такие с белыми клювами. Ребят, шкодные такие они, махонькие. Представляете, они вот летят группы, наверное. Много летят же на юга. Да, дойдем домой до конца этого причала. Дальше вот рыбалят. Ну что, есть рыба-то хоть? Была. Была, с Новым годом. А сегодня нету, да? Вот так вот, ребята. Рыбачить. Ребята, еще удочки. Слушайте, ребята, у меня такая мысль такая закралась. Я как-то раньше не писал, утки, там птицы летят на юг, да? Блин, я думал, они где-то, я не знаю, где они могут отдыхать, может, в каких-то теплых местах. Они, оказывается, вон на море как отдыхают, ребят. Никто об этом не задумывался, вон там головоломка для мозгов. Вообще, капец, я только сейчас понимаю, что они просто на море тупо купаются. И так всю зиму, походу, делают, кушают. Все, ребят, что, мы дошли до конца. Кафешки такой. Пойдем дальше сейчас гулять. Вообще красота такая. Мы зашли в Бургер Кинг. Самое нормальное, где посидеть тепло, светло. И мухи кусать. В общем, берем две, платим за одну. Потому что, ребят, тепло, светло, и мухи кусать. С Новым годом. Пошли, гуляем по морю, по песочку. Остановились, взяли кофе, погреться. Сейчас кофейка выпьем, дальше пойдем. Поем вместе! I gotta send my to the top.
she's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus. I'm your fire, your desire. Следующую песню еще раз дружно, хором, все вместе. Итак, цвет настроения синий, все вместе. А, не то? Друзья, как-то будет неправильно, если мы не подойдем лично, не поздравимся, не обнимемся. Только поем все вместе, окей? Как-то надо вместе все это делать. Смертельный номер! Ну что ж, погнали. Давайте вместе споем. Кто готов? Кто знает слова? Кто здесь знает слова? Ты будешь помогать. Ребят, за дела! Кто? Ухожу и возвращаюсь, возвращаюсь, ухожу. Тихо, Леха. Ты бежишь. Со мной чаем, ладно, давай, забирай с собой. И... Самая моя, моя. И что? Самая любимая. Судьба, ветром свенгани моя, самая моя, моя, самая любимая. Ребята, ну все, пошли мы в кафешку. Вчера была классная.
посмотрели, потанцевали. А сегодня? Нет. А будем делать это каждый год? Мы будем. Вы, кстати, знаете о том, что теперь